В этот раз обучением английскому языку занялась студентка первого курса Института геологии, гостья из Зимбабве Муфара Чиринда. Как признается девушка, когда ей поступило предложение проведения занятий, она, не раздумывая, согласилась. Я планирую наслаждаться и хорошо провести время с другими студентами, кто хочет изучать английский язык, культуру и так далее. Преподаватель начала занятия со знакомства на иностранном языке. Также показала мини-презентацию о себе и о том, как можно поприветствовать собеседника на английском. Многие из собравшихся уже не в первый раз посещают клуб, но большая часть – новички. Я думаю, это прежде всего опыт. Опыт в общении. На парах мы проходим какие-то технические функции языка, а здесь уже будет именно попробовать поразговаривать с носителем языка. Все, кто не успел попасть на первое занятие, могут прийти на следующее и начать обучение. Клуб английского языка открывает двери каждую пятницу в 16:30 в международном отделе. Анна Молчанова, Александр Жникин, «Планета новостей».